Ямы, выбоины и неровности поджидают автолюбителей на многих участках дороги. Этим летом таких опасных зон на чебоксарских улицах станет меньше. К ремонту готовятся 16 дорожных объектов. На сегодняшний день определены субподрядные организации для 10 участков дорог. Полностью заменят асфальтовое покрытие на улицах Пирогова, Хазова, Шумилова, Ленинского, Комсомола, а также на кольце около Мегамола. По технике ресайклирования, переработки старого асфальта с добавлением вяжущего материала проведут ремонт и на других улицах. Подрядчики уже определены и обещают завершить большую часть работ к августу с гарантией на все объекты 6 лет.